Ты можешь торговать ресурсы, ты можешь грабить караваны, можешь наемные убийц, это в итоге, если ты можешь грабить караваны, это значит, что квесты. То есть это, скорее всего... Короче, хуй знает, что это, но выглядит это как многопользовательский фриланс. Да, скорее, короче. Или Descent, типа. Ну, такое вот. Ну, окей, посмотрим. Вот. Фрилансер был крутой. Короче, вот эта тема. И ты реально поворачиваешь голову, у тебя там все.